пошли. Если стану я большим волком злющим и худым, ох, полакомлюсь ягненком, нежным, вкусным, молодым. На обед меня чур-чур, волку в пасть я не хочу, легкой птицей из-под носа в небо синее взлечу. А я буду птицелов, и без всяких лишних слов сеть я крепкую закину, вот и ужин мой готов. Острые зубки у мышей, быстрые зубки у мышей. Не видать тебе добычи, как своих больших ушей. Ну-ка, прыгай! Ты поиграй, а мне косить пора. Поиграем, а то скучно мне одному. Я не могу. А я не могу играть сам с собой. Помоги мне лучше задачку решить. Понадобилось пастуху переправить через речку охапку травы, ягненка и волк. По одному только. И чтоб все остались целыми. Ни ягненок траву, ни волк ягненка не съели бы. Как решишь задачку, так и поиграем. Ха! Я ее два счета решу. И чтобы волк не съел ягненка. Твоя задачка. На свежем воздухе гуляешь. Ага. Не притомился? Устал немножко. Правда? Давай посидим, отдохнем, перекусим. А? Я не хочу есть. Зато я хочу. Ой, ладно, хочешь, ешь. Только сначала пиши одну задачку. Какую задачку? Чобан кузуну пишеле оту. Понадобилось пастуху переправить через речку охапку травы, ягненка и волка.
по одному только. И чтоб все остались целыми. Ни ягненок траву, ни волк ягненка не съели бы. На здоровье! Так, значит, чтобы ягненок не съел траву, а волк не съел ягненка. Да как же так? Чтобы волк ягненка не слопал? Отвратительная задача! Эй! Куда, куда бежишь? Я уже решил задачку! Неправда! Не стой! Говорю тебе, я уже решил! И точка! Нельзя, что волк ягненка съел! Разве ты забыл условия задачи? Что за шум? Чего вы тут не поделили? Да вот голову ломаем! Не знаем, как решить твою задачу! Да. Ха! А что тут думать? Вот волк, ягненок, вот трава, а я пастухом буду!